Накануне вечером в Саранске к Дому Союзов были стянуты силы и средства различных силовых структур региона. Они оцепили весь периметр здания. Такие меры были приняты не случайно. В одной из организаций, располагающихся внутри, поступило тревожное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве. Несколько часов силовики следили за тем, чтобы к зданию не приближались люди. Они регулировали движение пешеходов. Опасный предмет искали кинологи с собаками, однако взрывчатка так и не была обнаружена. Официальный комментарий правоохранителей по поводу этой ситуации так и не прозвучал. Скорее всего, сообщение было ложным. Личность шутника устанавливается. Добавлю, что за заведомо ложную информацию ему может грозить выплата крупного штрафа, принудительной работы или вообще реальный срок. Республиканские стражи порядка выявили соучастника бывшего депутата Госсобрания Мордовии Виктора Печаткина. Им оказался 44-летний директор одной из юридических компаний. Напомню, экс-чиновник попал в поле зрения силовиков в январе текущего года по подозрению в покушении на мошенничество. Как установили оперативники, в 2018 году 72-летний подозреваемый, ранее занимающий должность министра республиканского правительства, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у знакомого индивидуального предпринимателя, совместно с 44-летним директором юридической компании изготовил фиктивную расписку, датированную 2016 годом, о якобы выданном знакомому займе. С суммой фигурант решил не мелочиться и обозначил в качестве долга 1 800 000 рублей плюс выплата процентов в размере 648 000. Расписка гласила, что деньги знакомый должен был вернуть не позднее 31 декабря 2017 года. После этого в суд было направлено исковое заявление с приложением указанной расписки о взыскании денежных средств в размере более 2 830 000 рублей. Правда, преступный умысел на хищение денег не был доведен до конца в связи с тем, что судом исковое заявление было оставлено без рассмотрения. Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Пьяные водители, непристегнутый ремень безопасности, повышенная тонировка и незарегистрированное газовое оборудование – вот неполный перечень нарушений, выявленных сотрудниками госавтоинспекции в ходе рейда «Безопасный район». Это профилактическое мероприятие прошло в нескольких муниципалитетах Мордовии. Только за 2 дня проведения акции инспекторы зарегистрировали 77 нарушений. Задержаны 2 автовладельца, управлявшие транспортным средством под шофе. Составлены административные материалы. Отмечу, что рейды продолжатся и пройдут во всех районах республики. 25-летний москвич ответит перед законом за сбыт поддельных денег. Следователи Следственного управления МВД Мордовии установили, что в феврале и марте текущего года он заказывал еду на дом и расплачивался за нее 5-тысячной банкнотой. Позже выяснялось, что купюра поддельная. Всего на сегодняшний день установлено 6 таких фактов. На парня заведено уголовное дело. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Мордовия установили личность подозреваемого. Фигурант был задержан оперативниками 17 апреля текущего года на улице Косарева в Саранске во время очередного приезда из Москвы. В кармане сбытчика полицейские обнаружили 1 фальшивую купюру номиналом 5 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается. Молодой человек находится под домашним арестом. Вечером 20 апреля в Октябрьском районе Саранска произошел крупный пожар. Очевидцы сняли происходящее на видео и поделились им в социальной сети. На кадрах видно, как в поселке Ремзавод бушует пламя. В МЧС Мордовии рассказали, что горела сухая трава. Пострадавших в результате пожара нет. В Мордовии прозвучали приговоры в отношении 3 жителей республики. Следствием и судом установлено, что с декабря 2018 по август 2020 года соучастники в составе организованной группы с целью незаконного извлечения дохода организовали и проводили азартные игры вне игорной зоны с использованием не менее 14 игровых аппаратов с электронными платами. Действовали молодые люди в составе организованной группы, роли каждого были четко регламентированы.
Игровые клубы, подобно метастазам, расползались по Лямберскому району Мордовии, располагаясь в нежилых помещениях на Ключеревском шоссе недалеко от городского кладбища. Позаботились осужденные и о конспирации. Кроме выбранного для расположения, мягко говоря, нетипичного места, назывались клубы тоже весьма специфично – памятники, дачи и кладбища. Вход в игровые залы тоже был под особым контролем. Посетители заходили в заведение только по предварительному звонку на специальные номера и только при условии, что номер абонента уже был в базе телефона администратора. Сами игроки особого куша не срывали, суммы были скорее утешительными. А вот организаторы заработать успели. Ущерб от их действий превысил 1 000 000 рублей. В ходе обыска полицейскими изъято 14 игровых терминалов, компьютерная техника, электронные носители информации, черновые записи. Кроме того, действия одного из участников организованной группы, квалифицированной по пункту В, части 3 статьи 146 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку в игровом оборудовании содержались электронные платы с установленными в них игровыми программами, исключительно авторские и смежные права на которые принадлежат компании «Новоматик». Незаконная деятельность соучастников была пресечена в августе 2020 года следователями регионального управления Следственного комитета России совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Республиканского МВД при силовой поддержке сотрудников Управления Росгвардии. Свою вину в совершении преступлений обвиняемые признали полностью. По приговору суда им назначено наказание от 1,5 до 2,5 лет лишения свободы условно со штрафом от 100 до 250 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу пока не вступил. МВД по Республике Мордовия сообщает, на территории региона участились случаи сбыта поддельных денежных купюр номиналом 2000 рублей. Как же отличить подделку от настоящей купюры? Признаки подлинности, контролируемые на просвет. На купюре номиналом 2000 рублей в левой части защитная нить, а в правой – многотоновый комбинированный водяной знак. Признаки подлинности, контролируемые при изменении угла зрения. На купюре номиналом 2000 рублей на однотонном поле, содержащем слово «Россия», при наблюдении под острым углом появляется число 2000. При покачивании банкноты от себя к себе на защитной нити наблюдается движение цифр. При рассматривании банкноты под острым углом виден символ рубля. При покачивании банкноты на стилизованном изображении солнца наблюдается перемещающееся яркое блестящее кольцо. Признаки подлинности, контролируемые на ощупь. Повышенный рельеф имеют следующие элементы. Признаки подлинности, контролируемые под воздействием ультрафиолетового излучения. При обнаружении фальшивых денег не пытайтесь избавиться от них путем совершения расчетных операций. За изготовление или сбыт поддельных денег частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей.